Перед началом просмотра прошу поставить лайк и подписаться на канал. Российская актриса Алена Кравец заявила, что планирует родить ребенка от покойного Армена Джигарханяна. По словам модели, гены таких талантливых людей не должны пропадать зря. Стоит отметить, что еще при жизни Джигарханян воспользовался услугой криоконсервации сперматозоидов. Подчеркнем, что 35-летняя певица считает, что дети от легендарного человека будут непременно талантливыми и красивыми. Она уже придумала имена для будущих малышей. Сына Кравец планирует назвать Армен, а дочь Еленой.